Ну что ж, дружочки-пирожочки, всем привет, добро пожаловать на канал... Что это за хлопки? Добро пожаловать на канал, посвященный игре Mobile Legends. И раз вы прочитали название и зашли на этот видеоролик, вы знаете, что здесь будет происходить. И знаете, вышел герой, имя которого состоит из двух частей. Если я ничего не путаю, это первый такой герой. Хотя Лисусин из трех как бы частей, это прям через И, на самом деле. Наверное, таких героев все же нет. Вспоминает сразу же, да, такой супер бородатый анекдотик, где Лупа и Пупа пошли получать зарплату, но в бухгалтерии... Бага-бага-буг... Вот так вот, да? Но в бухгалтерии все перепутали, и в итоге Лупа получил за Пупу, а Пупа получил за... Да, юморинка. Ребят, розыгрыш, давайте подумаем, насколько. 1800 алмазов, 3 пакца по 600, смогу отправить только либо скины, либо вам героев. Все, что нужно сделать, подписаться на канал, поставить лайк. По условия продублированные, на самом деле, условия жесточайшие просто. Лайк, коммент, не знаю, может написать 300 комментов, может это помогает все же. Может так шанс выиграть больше. Вот такие вот, в принципе, дела. Подписка. Лайк, коммент. Я что-то забыл первый раз, наверное, сказать. Три пунктика и поехали. Ладно, на самом деле героев зовут не за Пупа и не Попупа. Как там вообще в анекдоте-то в этом? Я уже забыл. Ладно, героя зовут на самом деле Пополь и Купа. Почему-то такая странная, страшная моделька у него, как будто бы он нарисован. И это герой, которого я действительно ждал. Я вчера увидел видеоролики, уже минимально там. Вот сейчас он был в закрытом доступе, вы видели стрим, да, то, что я ждал этого героя. То есть на сервер заходишь, но какая-то ошибка, и героя нет. Вчера кто-то как-то уже все это взломал, хацки рейте, и уже можно было играть на этом персонаже, но я, как обычно, не мог, да. Ну вот сейчас он вышел, видеоролики. Нет демонстрации, как обычно, на тестовом сервере, да? Так ведь, так ведь, так ведь. Ладно, давайте, наверное, конечно, это все классно, читать здесь способность. Наверное, пошли читать их катку, потому что их слишком много. Мы сейчас будем читать полчаса. Просто обычный матч. И что, Mobile Legends? И вот я увидел вчера, там, понимаете, в чем фишка? Там как бы есть Пупа этот и Лупа. Давайте мы их так будем сегодня называть, наверное, потому что так проще все же. Так вот, это он и его волчара, йоу. Йоу, волчара, и он АДК как бы, АДК, новые стрелки, все любят стрелков, будет теперь не по 3 стрелка в одной каточке, в одной команде, а сразу по 4 получается, да, если было по 3. Да, плюс у вас теперь 6 на карте. Классно, кстати, его добавлять в шахматы, если его добавят в шахматы, их типа двое будет, да, он там призывает своего волка, ну, хотя такие персонажи там есть, если не ошибаюсь. Ну что, спринт мы взяли, на самом деле насчет этого я не загонял. Сейчас мы посмотрим, что он как вообще из себя представляет, а потом мы пойдем его и, возможно, в тренировке что-нибудь на нем попробуем сделать, если получится. Ну вот, я и мой верный товарищ Волк. Почему его сразу нет, я не знаю. Ждал этого героя, ждал. Так, 4 способности, это прям круто. Первую способность прокачиваем, и она. Кусай их, Купа. Нашу собаку зовут Купа. Ну, можно было как-нибудь, я не знаю, приятнее имя. Фашей ее назвать. Вот для... Я вчера придумал, что девочку-собаку можно Фашей назвать. Пополь приказывает Купе укусить цель, нанося 200 плюс 87. А 87 это наших 80% урона от нашего физического. Так, ну давайте, призываем туда. Наш собака кусает, кусает дважды. Ну прикольно. Кстати, у собаки хп отнимаются. Вы че, живодеры? Давай, съешь его. Все, хорош. Я же не умру, если Купа... Ой, мой Пуполь этот умрет. Мой Лупа. Я за Лупу всех тут убью просто, за моего братишку. Давай-ка, Лупа, давай, покажи им. Покажи! Раз, два, три. Ну, да, волчара, конечно, с тобой еще надо договариваться. Давайте пассивку прочитаем всегда. Всегда, всегда. Сейчас прочитаем по-быстрому. Так. Нет, тут Тигрил пришел в каком-то скине прикольно. Пополь всегда сражается бок о бок со своим лучшим партнером Купой. Каждая атака, нанесенная Купой, усиливает боевой дух Пополя, увеличивая его скорость... Каждая атака... Да, вот мы, понял. Каждая атака увеличивает... Каждая базовая атака Купа увеличивает скорость атаки. Прикольно. Ну вот, до 50%. Ну тоже неплохо. Ладно, давай, волчара. Поехали. Грызем. Грызем, грызем, грызем. Призвал, и он ко мне прибежал второй способностью. На самом деле такое себе было. Вообще не почитать способности и начать, наверное, сражаться. Поэтому еще раз. Первое. Призываем... Купе укусить цель, нанося 200 единиц физического урона. Затем атакует в течение 3 секунд. Форма волка... А, в форме волка. У нас еще форма волка будет. Купа наносит свирепый удар и подавляет цель в течение 1 секунды. Нанося 4 единицы физического... 4 единицы? Что, бля? Какие 4 единицы? Ладно. Пополь призывает Купу на помощь. Получает... А, типа, наверное, если он бы умер, да? Попробует он танкануть меня. Кстати, ловушечка. Интересно. Поставили ловушку, она взорвалась. Сразу же? Или их можно наставить просто? А, ну вот, смотрите, мой братишка умирает. Все, его нет. Второй способностью...
Ого, как долго. Мы его призываем. Понял. Все, братишка, отойди, отойди. Если я нажимаю вторую, он сразу же бежит ко мне. И на этом, в принципе, все. Вот мы его так вот легко можем потерять, на самом деле, нашего братана. Кстати, когда у нас нет волка, давайте ловушку попробуем просто здесь поставить. Да, просто ловушка стоит, потом взрывается, делает замедление. Она повторно взорвется или нет? Нет, просто замедляет, по-моему, врагов в этой зоне. Ну что, мне нужно опять моего собаку приглашать. Приглашать, призывать. Не дает, смотрите-ка, трохладит какой. А, вот способность поменяли. С первой способностью можем молиться. Прикольно, вот он, религиозный персонаж первый появился. Попробуем, там написано было, что можно молиться. Хочется попробовать уже ультимейт, но у меня так мало хп, что я просто побаиваюсь это делать. Давай-ка, кусай его там, кусай. Давай домой, братан. Не успел. Не успел я этого сделать. Ловушки мы можем ставить независимо от настроения, независимо от того, есть ли наш волк или его нет. На самом деле, пойти сначала в режим тренировки было бы куда эффективнее. Собираюсь я просто по сборке. А, ну то есть и первая, и вторая одинаковые способности, когда нашего братана нет. Вот и все. То есть тут супер ничего удивительного нет. И вот тут вот это вот мне не нравится. То, что вот как мне его сейчас? Сразу же назад, не иди туда. Вот когда мы его призываем. А, давайте превратимся уже в альфа-волка. Альфа-волк. А, это я его превратил в альфа-волка. Волька. Тавр, можно атаковать таким образом? Нет. Второй способностью я его тоже... Он просто прыгает в меня. Либо я могу направить все же, куда ему прыгать. А я его никак подхилить не могу? А, ну вот. А, ну он сам выхиливается, да? Это не от моей второй способности. Ну... Что ж, дружочки-пирожочки, мне кажется, мне нужно было залетать в режим тренировки, потому что я что-то совсем в изучении его ничего вообще не шарю, практически, но мне, наверное, все же нравится. Но вначале он прям вот жестко вот этой вот способностью замедляет врагов. Давайте мы еще наперед ставим ловушку. Альфа-волк. Ну вот подхилить он меня, жаль, никак не может, и, знаете, компы меня разваливают. Мне кажется, коса коррозии нормально бы зашла. И еще, вот на самом деле, знаете, все, конечно, круто. Я посмотрел, я изучил, но... Ой-ой-ой, какие кадры некрасивые на экране, так все раскрылось. Где-то карта захвата. А вот телефон не поддерживает карту захвата, и это грустно немножко. Ладно, давайте-ка в режим тренировки я кое-что хочу посмотреть. Как вообще на моего волка распространяются способности. И все в лучших традициях чиллстрима. Сначала мы играем немножко, да, а потом я иду и читаю, что же герой из себя этот представляет вообще. И быстренько изучаю способности. Так, ну вот, например, так. Вот, кстати, в демонстрации здесь попроще написано все. Купа переходит в форму альфа-волка, повышая общие показатели и усиливает другие навыки на 8 секунд. Хорошо. Пополь устанавливает ловушку в выбранную область, создавая замороженную область, когда враги вблизи их замедлит их. Окей. Пополь призывает Купа на помощь, получая щит. Форма альфа-волка. Купа становится неудержимым, подбрасывает врагов на пути в воздух на 0,6 секунд. Окей. Пополь приказывает Купе атаковать цель в форме... Волка Купа наносит свирепый удар, подавляя цель в течение секунды. А это что у нас? Базовая атака. Купа увеличивает скорость атаки по полю. А, да, это пассивка. Пополь лечит Купу после того, как он покинет битву. А, типа, мы можем лечить его, но когда он покинет битву. Хорошо. Это когда он мертв, форма. Ловушка остается, все остальное просто призывает. Но форм для альфа-волка способностей здесь, по сути-то, и немного. Не описано все. Польский режим, тренировка. Пополь и Купа. Ну вот я не понял, все же, могу ли я на него там сделать какие-то, скажем так, собрать меч охотника тот же на демонов? И будет ли мой волк наносить тоже дополнительный урон там от количества хп цели? Или же вот это вот работать не будет? Может ли он как коса коррозии работать? Он атакует и при этом может замедлить цель. То есть, если работает меч охотника на демонов, будет ли он работать золотым посохом? Вот такие вот фишки мне хочется быстро чекнуть, поэтому мы сразу же залетаем. Добавить золото. Вот, максимум. Максимальный уровень. Добавить золото и максимальный уровень. И все. И можно тут ставить уже где-нибудь боевого бота сейчас. Начнем с меча охотника на демона. Добавляем боевого бота. Боевой бот. И начинаем его атаковать. Просто по 148. То есть ничего особенного. Смотрите, продаем мы этот предмет. Атака волка 129. Ну то есть урон его увеличивается. Это хорошо, как бы.
Ну и в принципе на этом и все. Если мы его превращаем в альфа-волка, он начинает атаковать по 259, это просто максимальная прокачка, и по способностям. Он прыгает в меня, приподнимает, видимо, врагов в воздух. Первой способности он тоже прыгает в врагов и увеличивает свою скорость атаки, но, кстати, атаки не мощные. По 129, но в принципе, да, мы, конечно, можем сделать так, чтобы наш волк, видимо, атаковал по 685. Также мы сейчас хотим сразу же проверить, мы делаем крит на 100%. Вот 100% у меня крит. То есть моя каждая атака это крит, по-любому. Мой волк не атакует критом. То есть на волка все это не распространяется. То есть это, конечно, весело, но не так сильно, как хотелось бы. Ловушка, наверное, остается такой же, да, в форме альфы. Ну, кстати, наш куб атакует. На максимальном уровне наша скорость атаки примерно 1.27. В принципе, стандартная там сборочка какая-то. Не самая стандартная уже сборка с таким предметом. Атака, багровый призрак, бесконечная битва. Движение, наверное, сапог на скорость атаки. Что еще берут АДК? Обычно суперстандартно. Ну, зеленочку, может, кто-то может зацепить. Ну, и все. Наверное... Золотой посох ему все равно не идет, бесполезно, да, тем более я крита себя лишил сейчас. Но, в принципе, да, то, что я тут выскочил сейчас с обычной битвы сюда, заскочил, ну, наверное, такое себе, потому что изучать тут, по сути-то, и нечего. Вот я могу призвать к себе моего верного товарища и направить его в битву. Да, 4-го левела персонажа мы убиваем прям очень легко. Ребят, я все же вернулся в каточку. Напомню, у нас супервосхитительный розыгрыш на 1800 алмазов. Супер-мега-восхитительный. Все, что нужно сделать, поставить лайк, подписаться, написать комментарий со своей ссылочкой на ВК, желательно, да, чтобы прям все было круто. Чтобы я мог вас как-то найти, либо потом будет просто сложно вас находить. В принципе, все. Через неделю подведу итоги. Решил запустить я опять обычную катку. Решил взять возмездие, чтобы поиграть немножко через лес все же в этот раз. Смотрите, что получится. Ну и вот волка вот туда вот, кстати, отправил атаковать. Вот как я его могу назад? Все, ты развернешься, бро? Вообще второй способностью могу назад его. Поэтому лучше все же не юзать первую, когда у тебя нет второй. И я так подумал, раз у нас есть волк, да, в принципе, мы должны, наверное, очень эффективно атаковать лесных крипов. Они на него будут агриться, а наш волк будет агриться на них. Но посмотрите, как много хп теряет наш волк просто во всех этих замесах. Да, ну такое. То есть, если я еще начну молиться, мне могут сбить? Да, могут. Вот начать молиться, конечно, название такое. Атака моя 93 всего лишь. Это с мечом охотника на демонов, ребят. То есть, атаки маловато, его вообще отдавать нельзя. То есть, им нужно только как-то в раш со старту и пытаться атаковать. Потому что волк кого угодно догонит, у него дикая скорость, по-любому сделает свой дэмидж. Ну здорово, да, все же мы тут справились. Но давайте призывать тогда нашего купу. За купу и родину. И двор. Ну что, призвали мы нашего волка. Можем наставлять ловушек. Но на, видимо, данный крипа сработает. Тоже ловушек, интересно, сколько там можно наставить. Кстати, он просто так в бой не бросает. Нет, бросается. Пока что с его управлением, я думаю, что-нибудь еще и поправят. Но пока что оно как-то так работает. Кстати, вот там не так много хп осталось. Вот волк, да, вот в таких вот ситуациях вообще хорош. Есть скилл, у меня, кстати, эмблема убийца. Так, когда я никого не атакую, он тоже не лезет, сломя голову и не пытается там... Нет, давай ко мне, кабро. Тем более, когда... Ну все, он мертв, мой бро. Пытаемся его опять призвать. Призываем, делаем его альфа-самцом, наверное, и Кэрри должна умирать, в принципе-то. Кстати, еще по поводу вампиризма было бы интересно. Альфа-самец, хорошо. Есть такое. Ну и как-то он не справился. Вот, кстати, я отметил цель, и он все же догнал, да? Почти догнал. Да, практически догнал, скажем так. Я почему-то ожидал большего. Да, возможно, у меня чего-то не получается. Да, я, конечно, тут и киллы какие-то, в принципе-то, делаю даже. Кстати, ловушка стоит вот одна, да? И она работает, видимо, как вард. Мы можем ее поставить здесь, и она будет... висеть, но в принципе-то неплохо, да. То есть надо сначала прожимать альфа-самца, а потом прожимать первую.
Ну, я убиваю ботов, да, пойти, конечно, в рейтинг, это... Это сейчас вообще не для меня. Стоп, бро, давай назад-ка. Ну и... Кстати, я получаю, да, щиток, все верно. Давайте возьмем сапог. Ну, какой-нибудь предмет хотелось бы поинтереснее все же взять. Да, в принципе, можно было попробовать все равно, например, косу коррозии, да, зацепить. Надо сразу же, наверное, закидывать ловушку. Да, вот так вот со станом даже работает в альфе, поэтому прожимаем сначала альфу, потом прожимаем уже ультимейт. Ладно, давай, братан, возвращайся ко мне. И щиточек мне сразу же, и опять первую. Ну, знаете, в принципе-то вот мне уже начинает даже немножко нравиться. Я бы хотел еще раз попробовать старт для того, чтобы... Посмотрите, как же я выформлю там на тавер, кстати, тебя нельзя сагрить? Нет. Ловушка мне не очень нравится, в принципе. Просто замораживание и все. Давайте почитаю по ловушке. В выбранной области по полю устанавливает ловушку, которая взорвется, когда враг будет поблизости, создавая замороженную зону 4 секунды и уменьшая скорость передвижения врага на 25%. По полю может активировать до 3 ловушек за раз, каждая из которых действует 60 секунд. Да, они не вечные. Кстати, вот есть килл у нас уже. Здесь, да, то есть я не успел участвовать в нем. Вот наша атака по 251 мы атакуем, а наш бро... Бро, покажи, как ты атакуешь. Ну, давай же. Тоже по 251, то есть атака точно такая же, как и у меня, только что на нее не распространяются все эффекты. Если... То есть, если у Декстера Клауда распространяются все эффекты, да? То есть, он там может и... Из него может вылететь... По сути, это то же самое, что атака обычная Клауда и бесконечная битва. На эти атаки может там сработать, допустим, я не знаю... Не бесконечная битва. Коса коррозия хороший предмет, либо меч охотника на демонов. Альфа, первая способность. Сразу же стан и атакуем. И причем увеличиваем дико мою скорость атаки. Поэтому, в принципе, вот косу коррозии, и можно дальше какую-нибудь даже зеленку уже сразу брать, да, или криты. Потому что скорость атаки-то у нас будет. Даже посмотреть сейчас, насколько мы увеличим нашу скорость атаки. У нас скорость 1.29. Ой, 1.27 была сейчас. Давай первую. Ловушку надо сюда. Вот 5, 1.70. Ну, неплохо. Вот по 217 накидываем. Плюс еще волк накидывает. Вот в этом, да, конечно, отличный бонус. То есть два героя атакуют с такой же силой. Главное, чтобы была возможность кого-нибудь проатаковать. Я думаю, мы сейчас опять же сделаем альфу. Вот я только вторую способность никак не попробовал, чтобы врагов в воздух поднять. Просто делаем альфу, просто кастуем первую. Сразу же стан и просто накидываем с дикой скоростью. Там во старту у нас скорость 1.70, по сути. Ну, то есть, косу коррозии я только собрал. И догнать легко можно цель. Очень. Вот неоднозначно, вроде АДК, вроде интересно. Ну, это действительно очень интересно. Вот самое главное, что это интересно. Мне вот, вот это вот по кайфу. Да и герой прикольно выглядит. Как будто бы крипа взяли, немножко улучшили. И он такой, эй, иди сюда. Примерно так это выглядит для меня. Вот пытаюсь зеленку взять, кстати, у меня там. Немного до нее осталось. Ну и что? Опять превращаем его в альфа-самца. Первую. В принципе, если вплотную подойти, кастануть вторую. Вот она отошла. Посмотрели бы. Давай-давай, бро. Хорош. Хорош, давай первую. Кстати, вот ты Диги меня цепанул, да? Что с волком моим будешь делать? Трипл килл. Ну вот, мне кажется, на нем савагу можно вообще простейшую сделать. Почему-то чересчур интересно. Вот почему? Вроде же ничего суперклассного нет-то. Чего так интересно-то? Давай-ка крита мне сюда. Жалко, на волка криты не работают. Но это совсем, наверное, жесть бы была. Ловушка. Промахнулся. Призываю тебя к себе. Бросайся в атаку, брат. Вот добей его. Будем смотреть просто, как ты убиваешь. Превращаемся в альфа-самцов. Полетели. Сразу же можно в толпу залететь, вторую кастануть. Прыжок. Вот так мы подкидываем наших врагов. О, савага на ботах. Это то, о чем я мечтал всю жизнь просто. Давай, бро. Быстрее, быстрее, быстрее. Маньяк, хорошо, савага на крипах. На ботах. Чисто волком. Даже руку не прикладывал. Ну, нужно много физ, по сути, урона, да? Чтобы было. Жалко, что эффекты не работают, опять же. Одним волком можно было бы убивать все это. Давай, волчара. Добей это все. Шикарно. Дабл килл. Просто вообще шанс мне оставляю своим противникам.
Рофлю, конечно же. Кстати, вот волка не так-то просто и потерять. Я помолился пару раз. Вне битвы я его подхиливал, но в принципе так боты его забрать не могут. Дистанция хорошего первая. Сразу же волк влетает, начинает атаковать. И это начинает замедлять. Я даже ловушки не применял, то есть здесь. Я только сделал этот прыжок, чтобы получить сейчас щиток, ребят, потому что, вероятнее всего, отъехал бы в этой ситуации. Взял чем-то я возмездие в этой катке. Ну тоже, на лоу хп пошел, крипов бьешь, то есть тебе по-любому поможет твоя собака. Ее зовут Купа. Купа через стенку может побежать, начать бить врагов. Legendary. Здорово. И вот вышел он из битвы, насколько быстро он выхилится. Вот, начинает хилиться. Ну, у него не так много хп, на самом деле, чтобы он долго хилился. .74 скорость, но если бы я взял еще багровый призрак какой-нибудь, я думаю, мы бы хорошо с помощью багрового призрака как раз-таки себя бы еще и разгоняли дополнительно. Ну... Я бы на любом АДК против ботов бы надел столько киллов. В этом вообще ничего нет супер показательного. Да любой бы из вас, наверное, то же самое бы сделал. То есть здесь было несложно. Ну и в пуше, наверное, он тоже должен быть хорош, потому что две атаки. То есть ты купил один предмет, а у тебя сразу две атаки. И при этом неплохая скорость. Альфа-самец. Вот у меня мало хп. В чем трабло? Но нужно призывать опять волка того же. Вот только призыв много времени занимает, и в принципе все. Ну что, тридцаточку надо доделать, наверное, тогда уже. И тогда уже пушить. Кстати, вот не могу сейчас призвать волка. Причем, кстати, смог ультануть. Кстати, странная ерундеж, конечно. Вот замедление, да, несколько ловушек в этой зоне в замесе было бы тоже полезно. Бы еще скорость атаки замедлял, но, конечно же, это был бы, опять же, перебор. Наверное, слишком много требую. Имба? Нет. Прикольный герой? Скорее, да, все же. Необычный АДК все же. Такого АДК можно и вторым взять. Он еще и за бойца сойдет. Своим волком. Немножечко. То есть вот с моей атаки. То есть фуловая сборка без волка, мне кажется, я не очень вообще. Вообще не очень. То есть просто постреляться руками как бы не смогу. Хотя... кого-нибудь и застреляю. Ну вот, в общем, такой вот получился герой. Ребят, участвуйте в розыгрыше. Да, лучше свою ссылку оставлять либо на ВК, либо на Инстаграм. Условия продублирую в начале. Продублирую в описании условия, да. И в начале я их сказал. Там просто я, возможно, не сказал про то, чтобы вы оставляли ссылочку. Ну, лучше оставлять, потому что я потом вас сложно будет найти. Я, конечно, всячески буду пытаться вас найти в сообществе, сообщу и попробую ответить вам на коммент. Но если вы не объявитесь, то будет грустно. В общем, всем еще раз огромное спасибо. Обязательно подписывайтесь, ставьте свои лайки и до новых встреч. Пока.